Жители Ростова сегодня узнали, какая общественная территория украсит их город в этом году. Ей стала современная пешеходная зона в районе улицы Северная. Именно эта территория лидировала в голосовании губернаторского проекта по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе», набрав почти 4000 голосов. Изначально в программе было заявлено 25 территорий, в финал вышли 4. По словам заместителя главы района, остальные три общественные территории также будут благоустроены в течение последующих лет. Мы поднялись уже и люди немножко на другой уровень, уже более профессиональные пожелания. Вот, и понимание, что нужно не просто асфальтировать дорожки, а подойти к благоустройству своих территорий уже более комплексно.